Все обследования и приемы врачей бесплатны. Попасть на прием можно к эндокринологу, терапевту, педиатру. И это еще не весь список. Достаточно просто прийти на День здоровья и спокойно, без больших очередей, пройти всех медицинских специалистов. Получить консультации 12 врачей, проверить на кардиовизоре сердце, сделать УЗИ, ЭКГ, пульсоксиметрию, пройти обследование на смокелайзере, в лаборатории сдать экспресс-анализы на глюкозу и холестерин, сразу же получить результат и консультацию врача. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова лично курирует все сельские дни здоровья. Я думаю, дни здоровья друг от друга должны отличаться, может быть, помещениями и оформлением. А остальное, наверное, все должно быть точно так же. Должны быть врачи, которые нужны сегодня людям Благовещенской. Жители станицы Благовещенская признаются, День здоровья – это очень удобно. Врачи дефицитных специальностей приезжают сами. Не нужно записываться на прием, ехать в город, а можно за несколько часов полностью обследоваться. Я считаю, что можно даже почаще это проводить, так как все-таки у нашей станицы очень много пенсионеров. Не каждый сможет поехать в Анапу, пройти это обследование. А тут, пожалуйста, тебе бесплатно. Все врачи, именно все те, кто нужны людям. Такие дни здоровья очень важны, чтобы людей обследовали и они были здоровыми всегда. Обязательно. Это хоть один раз в год, даже в два года, но обязательно нужно делать, потому что как на окраине живем, это нужно ехать в Анапу. Очередь, я тут, пожалуйста, приходи. В рамках Дня здоровья в станице Благовещенская было обследовано почти 300 человек. Серию весенних дней здоровья в Анапе подытожит краевая акция. 28 марта в станице Анапской проведут расширенный прием «Лучшие врачи Кубани».